Всем привет! Мы сегодня открываем адвент-календарь со слаймами. Привет, ребятки! С наступающим Новым годом! София сегодня будет открывать адвент-календарь со слаймами. Да? Да. Там должны быть разные слаймики и... Посыпочки и шармики до слаймов. Да, ну что, поехали? Давай, начинай распаковывать. Так. Сейчас номер один. Коробочку перевернули, и с обратной стороны коробочки циферки. Да? Это зелененькие. Открываем все по очереди. Так, вот по цифрой номер один. Зеленый. Зелененькая коробочка. Зелененький слаймик, да? Да. Ну-ка, как он? Хороший? Да. Дай мне потрогать, можно? Он светится в темноте. Ух ты, правда, не прилипает, да? Легко от рук отлипает. Он светится в темноте, потому что цвет, как будто он светится в темноте. Цвет зеленый неоновый, да? Да, неоновый. Так, что же у нас дальше? А номер два, вот такая маленькая. Да. Что-то там маленькое лежит, наверное, какой-то шармик или блесточки, да? Да. Блесточки. Блесточки? И они не подходят. Но они, может быть, подойдут к другому слайму, да? Да, к оранжевому. Вот такие. Золотистые. Они даже, они не оранжевые, а такие золотистые. Да. Золотистые блесточки, да? Так. Здорово. Ну что, с этим слаймом не будешь их смешивать? С другим каким-то, да? Да, потому что мне подходит. Номер три. Давай. Номер три большой. Там должен быть слаймик. Да. Да? Вау, фиолетовый. О, такой красивый, фиолетовый, сиренево-фиолетовый. Я тоже не могу достать. Может, да? А, все. Достала? Даже сиреневый. Ой. Да, супер цвет, да? Он рвется. Рвется? Он, кстати, под мамину кофту. Ой, да. Такой девчачий цвет, да? Да. Здорово. Привет, Али. Это подходит. Ну, ничего, тогда симпатично смотрится. Ты хочешь смешать? Я хочу посыпать. Ну, давай. Ой. Сейчас буду смешивать. Ну-ка, покажи нам, кто у тебя получится. Надо еще чуть-чуть. Потому что, наверное, мало. Потому что, ну, чтобы он был прям блестящий. Как наша елочка. О, давай. А вы, ребята, любите слайма? Вот я очень люблю. У меня давно был слайм, но он испортился. У меня есть сейчас слайм, но он очень сильно прилипает к рукам. Даже два раза он прилипал к рукам, мы это обмывали. Да, еле-еле смыли, да? Так. О, желтенький! Ух ты, какой яркий, да? Как солнце летом. О, яркий-яркий желтый. Плотненько, да, он там? Так. Он слизкий какой-то. Слизкий, дай потрогаю. Да, этот такой помягче, да? Он прилипает немножко к рукам. Да, это чуть-чуть прилипает. Он, жаль, что у нас нет активатора. Так он уже готовый, активатор нужен. Если он липкий, надо долго его мешать, а потом он не липкий, потрогай. Да, сейчас уже не такой липкий. Он как зеленый. Или чуть-чуть открытым подержать, да? Он чуть-чуть подсохнет. Мы так и сделали слаймом, который у нас есть. Да. Number 5.
О, это опять слайм, да? Да. Цепляем, открывай. О, белый! Белый, это снежок, да? Да. Ну как, он хорошенький? Да, он супер. Он... Не липнет? Не липнет. Можно потрогаю? О, ой, они такие мягенькие, да? Да, такие приятные. Окей. Было номер 5, теперь 6. Так, это какие-то блесточки будут. Да. Маленькие. И маленькая циферка. Почему-то маленькие я не могу открывать. Он подходит к зеленому. Красивые, правда. Подходит и к желтому подойдет, и к зеленому подойдет. Да, я зеленому больше. Ой, правда, тяжело доставать, да? Они очень-очень плотно там сидят. Ну-ка, покажи, какие они. Покажи. А, какие красивые. Ты зеленый будешь смешивать? Да, зеленый. Кстати, если вы не подписаны, подписывайтесь на канал. Если вы уже подписаны, добро пожаловать в семью. Спасибо, что смотрите. Кнопку подписаться вы нажали? Да. Если вы нажали, тогда напишите внизу. Комментарий написать не получится, а вот лайк поставить очень даже получится. Так, покажешь нам поближе, что у тебя получается? Ах, вот такая красота. А давайте с этой стороны сламенькие, с этой стороны блесточки. А вот здесь шармики. Хорошо. Я на самом деле не знаю, там будут шармики или нет. Мне кажется, что там, наверное, только блесточки будут и слаймики. Хруст. Хрустит? Был хруст. Да. О, да, я слышу хруст. Следующая цифра. Было 6. Значит, сейчас 7. Тоже что-то маленькое. Это блесточки. Синие. Подходят к белому и к этому. Да. А может быть, вначале достанешь все, а потом посмотришь, какие цвета блесток к каким слаймам подходят? Думаешь? Ну, точно знаю, что это подходит к этому, потому что это лед, а это снег. Достали мы блестки, вот такие они, ярко-синие, красивые. И сейчас София их смешивает с белым слаймом. Круто! Действительно, красота. Я же говорила. Какая большая красота. Теперь номер 8. Номер 8. Большой. Так, надо до этого теперь. Слаймик опять будет. Да. Фиолетовый. Он был сиреневый, а это теперь фиолетовый. Да, это ярко-фиолетовый. Прям очень красивый. Да, в эту мы насыпем синее, потому что синее подходит. Ой, фу, как слизко! Слизко? Да. И очень прилипает, потрогай. Да, этот такой влажный какой-то, да, влажный. Надо помешать, чтобы он стал нормальным. Но сейчас более-менее. О, сейчас хороший. Хорошенький. Но отличите. Не такой. Не такой, да. Этот яркий. Это светлый, а это яркий.
Да, ну что-то синие блестки тоже добавляют. Да, вот видишь. Красиво. Так. Закрывай. Надо еще. Ну что, сейчас уже не липнет? Да? Не липнет вообще. Вот, видишь? Он, знаете, что когда липнет слайм, а потом он, когда липнет слайм эти, а потом кажется, что вы влипнете, а потом отлипает, это какие-то чудеса. Чудеса. Да, но на самом деле, видишь, как быстро он, да, становится нелипким. Да, он очень быстро становится нелипким. Твой большой слайм липкий. До сих пор липкий, да? Кстати, он был радужный, он был фламинго, а потом мы его перемешали, он стал какой-то вот некрасивый. Давай покажи этот фиолетовый. Что получилось? Вот здесь блесточки. Да, блесточки синяки внутри. Номер 9, вот он. Номер 9, маленький. Это будут блесточки. И решаемый. Посмотрите, какие красивые. Это снежиночки. Или какие-то как листочки, снежиночки. Желтенькие, розовенькие, беленькие. И оранжевенькие. Да. Очень красивые. И что, куда ты их добавлять вот будешь? Вот сюда, они точно сюда подойдут. Так. Красота какая. Так. Ну-ка. Какая! Давай поближе покажем с блестками. Вот там они внутри. Да. Круто. И теперь 10 здесь. Да, давай. Так, мне надо поближе. Вот так. Розовый. К розовым тоже подойдут эти, я точно уверена. Он такой нежно, да, розовый? Он нежный. Такой нежно-нежно розовый. Так, в него София тоже добавила снежиночки. Ой, красота какая-то, да? Да, прям это лес. Лес? Розовый. Розовая зима с снежинками. Да. Девчачья, да? Розовая зима. У нас было 10, теперь 11. Здесь 11. Да. Так. Все, достала. Здесь никакие блестки не подходят. Так что я открываю. Проверяю. Так, ну-ка, какой он? Вот, начинает тянуться и не рваться, да? Вот. Они очень хорошо тянутся. Да, и этот не липнет, да? О, как он хрустит. Я слышу, как он кстати, хрустит. Другие не хрустили, этот единственный, который хрустит. Он, наверное, будет мой самый любимый. Да, но это мы посмотрим в конце, когда ты все откроешь, потом скажешь, так, какой ты самый любимый. Так, что открывай. Было сейчас 11, а теперь 12. Вот 12. Ну-ка, апельсинки! Серьезно? Да. О, точно! Вот это вообще супер!
Посмотрите, какая красота! Вот такие апельсинки в этой коробочке лежат. Это вообще супер! Вы знаете, что мама любит апельсинки, а когда я буду стягивать это своим с апельсинками, и очень... О, мне, наверное, захочется съесть его. Да? Или им захочется съесть апельсинки настоящие, или апельсиновый сок, или мандариновый сок, или мандарин, так. Ой, это прям апельсиновый слайм. Да, я тоже хочу. Ой, мне очень нравится. Пока что это мой самый любимый. И он мой самый любимый. Какая красота! Мама, только если попадется еще какие-то сланки с подходящими посыпками, тогда у тебя будет несколько любимых слаймов. Пока возможно. Что этот мой любимый и этот. Да? О, у меня вот этот, потому что он такой, он вкусный, вкусный слайм. А это тебе нравится, розовенький? Нравится тоже, да. Мама, ты что, читаешь мысли? Так. 12, теперь 13. Так, где у нас 13-то? Я нашла. Да, да, 13 это слаймик. О, вау! Это цвет под твою кофту. Красненький. Да. Я думаю, что в красный подойдут золотистые блестки. И получится новогодний слайм. А почему он такой маленький? Маленький? Он, наверное, был дутый, а теперь, когда я видела, мне показалось, что он маленький. Возможно. Ну что, он даже какой-то не красный, а... А розово-красный. Да, он такой бордовый. Малиновый. Нет, не бордовый, а такой малиновый. Малиновый. Да? Давайте, если попадутся нам малинки, тогда мы туда них засыпем. Ну давай, да, у меня... Вот 13, а теперь 14. Да, я думаю... Скорим, что здесь будут малинки? Ну не знаю. О, там тоже что-то красивое. О май год. Ей, я это сюда засыплю. В розовый? Да, в этот. Он очень красивый. О, посмотрите, какие они красивые, переливаются. Это ромбики. Ромбики, да. Они таких красивых пастельных цветов, неярких, да, и переливаются. Очень они красивые. Тоже подходят. Очень красивые. Супер вообще. А теперь это тоже твой любимый слайм? Да, этот мне тоже нравится. Этот красиво мой получается. Тоже любимый слайм. Так, ну что? Тянется хорошо, да? Я его назову малиновый слайм. Малиновый слайм. Хорошо. Сейчас было какое число? А, 14. Угу. Теперь 15. Да, 15 это слаймик. Вау! Даже бирюзовый. Ну, красивый цвет такой, да? Липнет? Очень слизкий. Очень слизкий, надо пожмякать его чуть-чуть. Не пожмякать, вот так сделать. Это не жмяканье. О, сейчас хороший. Хороший стал? Да. Сейчас 16. Было 16? Нет, не было еще 16. 16 где? Да, 16 это тоже слаймик. Ой, голубой. Это голубой. А, наверное, у нас еще будет синий. У нас не будет, у нас будет не да, у нас
будет не все цвета радуги, а даже все цвета. Ну он да, как радугу этот... можно сделать. О май год. Вот этот он лип. Липнет? Да, очень. Ну что, продолжишь открывать? Да. Вот этот тепленький. Сейчас 17. Угу. 17 здесь. Да, 17 это какие-то блесточки. Или даже самые блесточки, как здесь. Да, интересно, будет еще что-то наподобие апельсинок, да? Или будут блестки? Красные. Красные? Да, вот. Такие. 18, теперь 8 и 1, вот. 8 и 1, ты открой. 18. О, да, посмотри! Ой, да! Там яблочки! Сейчас мы достанем и покажем, да? Там дольки яблок. Посмотрите, какая это красота! А это 19. Это маленькие дольки яблок. Да. Вообще супер! Няшно так, да? Держи. Это вот сюда. Так, теперь у нас 19. Да, 19, вот там, открывай. Какие крутые шармики, да, пошли? Там бусинки, да, какие-то разноцветные. Они вот такие переливающиеся. Двухцветные. Да, очень красивые, мне нравится. Добавляем вот сюда. Прости, но это не твое. Можно все высыпать, потому что они большие, и это тоже большое, надо, чтобы сюда хватило. Так, значит, ты их добавила в голубой, угу. Да? Вот, видите, очень красивое сочетание. Да, было 19. А теперь 20. Да, 20. Где 20? Здесь... Это слаймик. Хоть бы красные. О, ярко-розовый, да? Сюда подойдут яблочки. Да, но я думаю, может быть, открыть остальные в начале циферки, а потом уже решить, какие блестки. Вот туда, вот это. Я решила. Да, ну хорошо. Вы слышали? Да. Вы знаете, почему? О-о! Ну надо же... Послушайте! Хрустит. Он хрустит, как один одинокий слайм, который очень липнет. Он липнет хуже, чем эти. Да? Это реально. Если бы ты это потрогала, тогда это... Ой, как противно. Да, эти блесточки симпатично смотрятся в этом слайме. Теперь у тебя панна. Вы слышали это, как он хрустит? Да, класс. А давайте, если у кого-то есть рук, тогда мы вот так делаем. Договорились? Договорились. Тебе виднее. Так, ну что, следующая какая у нас цифра? У нас было 20, а теперь 21. Угу. 2 и 1. Где 2, 1, а? Вот тут. Вау! Ой, там что-то красивенькое. Там, кажется, звездочки, да? Да. Посмотрите, какие классные звездочки. Они тоже объемные. Так, следующая какая цифра у нас?
какая сейчас будет? 21. Значит, сейчас 22. Да. Где 22? Вот 22. И что же там? Вау. Что, что, что там, что? Ой, а что это? Это блёсточки? Это не блёсточки. Это такие вот бумаги, блёсточки, которые очень сильно приливаются. Да? Вот. Ничего себе, давай доставай быстрее. Так, ну и что, вот как это выглядит? Вот. Сейчас посмотрим. О, да, это такая бумажка, да, бумажка, которая очень мелко нарезана, и она хрустящая. Переливается, и София говорит, что в слайме она хрустит, да? Нет, она, когда ты ее берешь, она тоже хрустит. А, да, точно хрустит, так, если ее нажать на нее, она хрустит. Было сейчас 22, сейчас 23. Да. И это розовенькие, мы уже знаем. Мы уже подсмотрели, да? Мы не посмотрели. Она нечаянно открылась, да? Это открылось, это идет вот сюда. Так, ну давай, доставай 23. О, такие розовые. О, красивые, яркие. Вот яркие, да? Яркие розовые. На. И у нас осталось последнее число. 24. И это слаймик. Ой. О, вау, это ярко-синий, да? Ярко-синий. И мы знаем, что туда добавим. Смотрите. Покажи поближе. Ближе. Ой. Это красиво. Это смотрится как-то вкусно очень. Вкусно. Такое чувство, что это пироженка вкусная. Еще яблочки. И яблочки еще добавим? Ну давай. Ой, ну это точно пироженка получится. Упси, упси, упси. Проблемочка. Крутяк. Вот. Сейчас еще розовенькие. Еще и розовенькие, да, добавишь. Потому что я не хочу. И сюда тоже розовенькие мы добавим. Посмотри, какая красота получается. Правда, очень красиво. И еще в желтый. О, это тоже супер. Ярко-желтый с ярко-розовыми блестками, да? Растеритель, да? По поверхности. Теперь берем и... Неудобно? Из-за звездочек. Но очень красиво. Хрустит, да? Дай мне попробовать. Горючая! Да, он, посмотри, яблочко выглядывает. Звездочки. Держи. Такой он мягенький и совсем не прилипает к рукам. Это был твой один из самых долгожданных сюрпризов, да, к Новому году? Адвент-календарь со слаймами, да? А, да. Ну что, ребята, если вам понравились слаймы, поставьте лайк. И не забудьте... Что сделать? Что ребята должны еще сделать?
подписаться на канал. Да, поддерживайте нас, пожалуйста. Всего лишь надо один раз на кнопку подписаться нажать, да. А потом вы будете наши подписчики. Да, будете наши друзья. Мы вас поздравляем с нашим пающим с Новым годом, чтобы все ваши подарки, чтобы все ваши мечты исполнялись в подарках. Да, чтобы все ваши мечты, все ваши желания исполнялись с наступающим Новым годом! Пока! Пока!